дыхание животом. Для практики надо соблюдать три условия. Положение тела ровное, сидение комфортное, спокойное место для практики. Вдох, диафрагма опускается вниз, живот немного выпячивается, грудь расширяется. Постепенно задействуется ключичный отдел. Расслабляем живот, плавный выдох. Живот начинает втягиваться, сжимается грудной отдел. И выдыхаем остаток воздуха. Живот – это физический центр силы. Здесь находится основание всех энергетических каналов тонких тел человека. Настоящая медитация – это когда мозг созерцает мозг. Цель практики – внутреннее состояние, состояние покоя, уравновешенности. Главное – как мы себя чувствуем. Когда делаем дыхательную практику, очень важно наблюдать за дыханием, за состоянием нашей психики. Дыхание низом живота связано с той частью нервной системы, которая отвечает за успокоение. Задача – добиться четкости, трезвого состояния. Учимся более эффективно дышать, насыщаться больше кислородом. Лучше вентилируются легкие, улучшается газообмен. Ум поглощается в сам процесс, и он становится более сфокусированным. Начинает успокаиваться, соответственно, происходит удлинение вдоха и выдоха. Дыхание ровное, спокойное, естественное. Если понравилось видео, ставьте лайки, если нет, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Wing Chun 108.